Нет? Почему? Кот, Бон, Нартия. Еще кто-то иногда там приходит. Ой, короче, нет, короче, у нас нет. Че вы стали там? Пошлите трэш чистить. Кого ждете? Прирынк ли учитель, как говорится? Муральцы. Катер. Дайте бафы. Да, назад. Там еще один будет. Есть у кого-нибудь колдовская ткань и интерневая нить? Блядь, ну идите, блядь, к нему, а? Соло, тайфун. Качали? Чтобы заливать каст перезаряд. Кого нету, полетели, качайте. Подождем вас. Лисовые стоят, тупят. Один и дайте баф. Локи, с вас бан. За. Смотрите, в какую сторону отлетает.
Так, одного контроль, второго. Этих тоже двоих контроль, покаяние. Куда идешь? Так, я первого, Драгонса второго, будем вдвоем на проход. Бан Локи. Второго бьем. А? Еще раз. Да. Да вообще не слышно. Нихуя не слышно. Тебя, Лёх, слышно? Ты ж ё-моё. Все право говорить, что ко мне. Меня-то слышно. А, вот, блядь, я не слышу человека. Трансформатор у него выбило. Бля, Лёха, что ты сделал, что ты так тихо слышишь? Звук микрофона меньше. Опять что-нибудь бафать помогу? Может?
то... А контроли будут? Не знаю. Лойка здесь уже? Так что, Мозер, будешь заходить или нет? Ну, смотри сам, надо ли тебе. По плечи надо заходить. Нахуй. У меня просто два варианта. Или я просто в боссе оставлю, или ты заберешь. Он хочет написать. Лех, а, лагу со мной местами. Ты еще нужен. Так, кому босс не надо? Мне. Мне. Мне не надо. Лех, ты опять берешь? Не нужен я в Гримаре, если что. Тайфун качал. Могу на посидеть. Мозер заходит в рейд. Так. Присмотрите там. Да, еще. Входит в раз. Кто будет босс, это Коват или Драгон? Мне без разницы. У кого-то гир больше. Ну, решайте. А ты 5 меньше. Короче, это... Ставлю метки. Никитос. Твоя желтая. Ты ешь отсюда, босса бьешь. Оранжевая. Мозера. Манитель. Фласки на сопрот все не забываем. Аковата на пул. Аковата на пул. Воет сразу не агри нихуя. Дай Аковату на пул. У него агронабор все равно будет выше твоего. И тут можешь, кстати, 2Т10 до ВВТ5 надеть. Можно рыбу? А рыбу сейчас поставлю. Что там, сум будет, а нет? Ков нет, да? Нет, есть. Я сума нет.
Звездочку поставил, звездочки побежи. Еще раз даю проверку. Можно вакуум с приставом? Браска, что не хватает? Да? Кулака нет. Тогда я посел кулак. Пристабаф можно сегодня получить наконец? Япончик, адмирал, пристабаф будет? Я не ожидал. Еще раз даю проверку. Все готовы. Звездочку смещаем. Подожди, стой, дай. Отдельно. Дай я репати сделаю, у меня аддон не работает. Какой? Ну, который я... Не в чат, иди. Какой вражка делит? Че, у нас котов нету? Ни пельта, ни хуя. Все готовы. Нету, типа. Прожмите масбаф. Все, все готовы. По готовности. Коват, поехали. Все, за коватом, за звездочкой, все побежали. Кто там стоит отдельно? Сова, япончик. Закастил. Где прохил по метатосу? Имперсик поднимаешь вот, бафы. Встаешь только после таста. Быстрее БР будет, блядь. Звездочки лежит. Раньше. Бах по нему по максимальному периоду. И то само здорово, не забывайте.
Сальву сами разбрасывают. А СС давали, не? Не, СС не давали. Провокатор удал сайт. Раз летите по адмиралу, по линии. Да, и кончик тем на ману. Только пусть до этого. Это херня. Все, я полностью сухой по всем параметрам. Я отдал. Все прожимки нихуя нету. Дайте СС по вас, пожалуйста. Полипал. Сидит. Печать синюю. Пирач. Автоатака, адмирал. Побуд. Калата просил. Все шамана поднимай. Чё бафов не было? Бафы по шаману сразу. Шаман 250. Спасибо. Крейт-то умирает. Локи, дайте СС по враске. Не дадут они тебе СС. Почему? Что там вома не я только падаю. У меня одно пало больше. Ничего страшного, даже если сдох. Босс как ты. Настян. Какого хуя ты был сокровищ? Заслагал, виноват. Есть. Если ты был сокровищем, что не сказал? Там еще один был без саппорта, но он не сдох. Вот даю 100% гарантию, вечером не упадут эти плечи. Саш, ну я тебе правильно сказал, 16-17. Так, за первого босса я же ИПшку не начитал, правильно? Нет. Начислю за первого босса. Дальше. Драгон, без Т5 бьешь, да, робота? Три. Кинул Саш.
В следующий раз за сопрота я буду, если я говорю, на бойся выпить сопрота, вы не пьете, я буду начислять 1000. Леха, я дойду по фасту 5 минут, а то у меня там септик откачивает. Надо вырубить. Да. Дэнтик, ты на кого собираешь? На Холи Пала? Бесполезно. Какой у тебя кусок? Короче, это. Уступишь этот кусок Кавату? У него 4-й кусок на танк. Мне надо, чтобы он РС-ку мог ХМ-ку. Потом на хулипало сейчас заберешь еще. Все равно так бесполезно. Опять бур. Кого есть Инчан? Меня. Жмешь. Вижу. Все, поехали дальше. Все, полю. Кому не надо? Ну все. Следующий бот надо кому? Замены. Кому не надо? Ладно, поменяю потом пару человек. На замену назад-то можно вернуть. Беладон, хватит дашить. Идите на диван. Только аккуратно там с трэшем. Агрить. Старик, ты в хила сейчас пойдешь. Запасу. Ты там говорил, что хилить хочешь. Даже хила сделал до 5-го. Мечта в рейды ходить с хилом. Да вот никак не... На всех боссах. Старый, я там Т5 твое прописал, так что... Сейчас будешь цифры гнуть. Надеюсь, все помнят. Надо мне кулы здесь и посты сделать. Следующий больше. Это. Убирал тут? Да. По сути, радам пособираешь. Блять, слабо. Убираешь. Окей. В черню. Пельц эту хероти, каленый доспех. Мелодон. Мелодон АФКшн.
Здесь аккуратно. Там те трэши за угол. И массакру дадите. Так, с трэшем аккуратно. Просто сбивать. И зарядка тайфун. Блять, Сова, качайте себе тайфун уже. Какой раз, блять, просил. Чтобы сбивать косты мобов. А, Лёх, то есть во время боя нельзя это, да, хуйни занимать? Ладно. Ну, в смысле, это. Говно собирать. Нет, нельзя. Что ты хотел? Во время боя? Во время боя ты хилишь. Я хилю. У меня есть целых 5 секунд. Между щитом. Кого-то поднимать надо дальше. С воронками сегодня прям вообще гляк. Вчера так же было. Да, ты еще не вышел. Сейчас, смотрите, по максимуму летаем быстро. Все, бурстаните, чтобы меньше урона парить. Сак падает. Все, влетайте. Владимир, давайте. Станы работают. Рагансон, что сегодня сдохло, блядь? С чем? Говорю, что сегодня в лесу сдохло, блядь, что ты не лагаешь? Блядь, вот если бы я тебя еще поднимал, было бы вообще все охуенно все. Что у тебя в лесу сдохло, что ты не лагаешь? Что короче говоря, рассказываю историю. У меня в деревне есть вышка. Есть вышка в соседнем поселке. Расстояние что до туда примерно одинаково. Но так получается, то, что вышка, которая стоит в деревне, она уебищная. И не способна скорость какую-либо вытягивать. И сейчас я настроился на вышку поселка. Вот более-менее пинг 250. И заебись, хотя бы не вылетаю. От этого рослого агри. Да, только его под ерой надо сносить. Тяни сразу длинного. И сразу поехали. Череп поставил быстрее, все черепы. Сразу масфер дайте. Ну так. Только тут-то потом поднимет. Ой, ешка.
Перед боссом будет перекур. Леха, засунь пухана в рейд, он хотя бы крит дает в мелизону. Там моб идет. Смотрите, моб. А я думаю, что у нас информация будет у нас на сложном боссе, у нас все будет. Это пока что босс легкий. Крита вообще нету. Минус 9% крита почему-то. То ли по баф. Загрел. Масфер сразу прожимается на контроле. Теряйте. Все, добивайте. Дети крутятся, так что это видите. Поднимите, не агри. Стой, не агри. Ты за робота потом будешь, да, давать? Чё, БЛЕшка? Сейчас перед боссом начислю. Точнее, после убийства босса начислю за робота. Раздам лут. Ароук упал. Чё врёшь? А, нет, не врёт. Вот твой там босс. Где боешка? А, вот, возле совы. Возле совы я тут прыгаю. На воронке. Где тучка? О, воронка. Так, Лёхе, фри. Больше ничего не было? БЛЕшка была и воронка, всё. Поехали дальше. Хуйню ещё. Ну ладно, потом. Еще одна воронка. Еще одна? Да, сзади, блядь. Ну, ты хочешь сюда много воронок. Сейчас трэш бьем. Хорошо, по. Сколько же этих ремней-то? Кому Т5 кусок на паладина надо с ласта, сурда? Кто по приору вышел? Что, он нужен кому-то? Мне нужен. Ты по приору вышел все разные? Я вообще говорю. Если выпадет, я могу с Денчиком поменяться. Торс на плечи.
Ну смотрите сами. Врач. Что тебе четвертое, что Денчику второе. Ну мне в принципе все равно какой кусок, ну, плечи или торс, а вот Денчику походу есть, раз он так долго был. Что в рудаке есть? Еще ворон. Так, все запоминают, куда ходим фармить воронки. Так они всегда здесь падали. Больше, чем где-либо. Собираем воронка фарм и идем. Кстати, да, вот, блин, хочется, наверное, просто пройти фарм ворона. Так. Было бы клево. Кто-то еще спрашивал? Еще воронки есть? Так, короче, перекур. 5 минут. Знак Ледана забейте. Пойдем дальше. Блин, очень тренер. Так, кому там босс не надо? Ауди не надо. Охотнику. Старик может даже не думать за меня. Дракону не нужен. Так, ладно, вместо Ауди заходит Пухан. Вместо Ауди заходит Пухан. Все хотят его видеть в рейде. Бесполезно. Оставьте порту до Варана. Все кричат Пухана в рейд. Как тут отказать? Это в рейд чат никто не кричал, в ПМ страчу. Бладзон здесь? Тут. Он стоит. Так, по ДВ рейду получается. Сегодня в планах закрыть око. Завтра целка ХМ. Весенний. Лёха, у нас сегодня как? На фулл целка или нет? Сегодня. Вечером. А завтра мы пойдем с Личом включительно? Или оставим его на потом? Еще вместе. Завтра будет быстро рейд идти. Так, я отойду. В ускоренном темпе будет. Это как? Ну это АФК сот. И очень быстро бафат. Взамен будет. Если хотим завтра убить Лича, придется проходить 2,5 часа, чтобы пройти до Лича. Плюс полчаса на Лича, вот 3 часа.
Плюс помнить часик Джайну и в воскресенье прийти ее убить. Наполеоновский план. Что ее вспоминает? Ну сразу успею всех обрадовать. Не все попадут на... Лича упадет. Не все попадут на Джайну, потому что я ее хочу убить. Хотя бы сначала половину научить убивать Джайну, потом вторую. Хуй знает, там самое сложное от шариков уклониться, когда ты слишком близко к боссу. Да, блядь, единственное, что пиздец, особенно когда подлагивает. Когда подлагивает, это вообще почти нереально. Потому что там 2 секунды после анонса ДБМа, беги, надо убежать сразу. Не знаю, я себе чарку на ноги поставлю на увеличение скорости бегаешь. Ты, блядь, вообще можешь ФКшить на месте, тебе-то похуй, ты РДД. Ну там я могу тучкой прыгнуть от вот этих вот шипов. Там будет минимальное количество миликов. И будут в большей степени РДД, которые уже там были, половина точно, которые уже там были, убивали от... Половина останется в секторе. На сундук, возможно, еще, если кому-то не надо будет, будут такие люди, кому еще за кого-то определенными шмотками. Там в сундуке тоже только определенный шмот, для миликов там почти нихуя нет. Ага. Я бы не сказал, там одна ручка плюс... Одна ручка, плюс фетиш, плюс... Светение. Ну, одна ручка, фетиш и зов. Ой, не зов, светение. А цветок. Вообще ничего нету, говорит, на миликов. Ну, блять, вот для меня там лично... Ну, максимум это вот одна ручка... На танка, но мне никто не отдал. Хуя тебе на танка? Чтобы быть слишком пиздатым ДДшником в РПК. Хуйня. Одевай шмоты, но в танк. Иди в танк и одевай шмоты. У меня нету пушки дамажущей, понимаешь, для печати. Тебе, чтобы держать агро, у тебя есть Т5. Так что одеваешь Митриус и... Так суть не в том, чтобы агро держать, суть в том, чтобы ДПСить. ДПСить, спекаешься в ретрика и ДПСишь. Ну, короче, Эрик, как я и сказал, никто мне не отдаст это. Как это было с самого начала, понятно. Потому что это одна ручка, и тому же Ауди надо, но мы им спек. Тут, ой. Ауди, Фрэнсис там, ну, вдвоем дрочит. Может, когда-нибудь, но отдадут. Так, короче, что по боссу? На боссе у нас... Ты, короче, будешь дракон в ретрике, Коват вместе с Войдом. Войд приоритет босса, Коват. Дальше, ставлю звездочку на Ковата, бегайте за звездочку. Ладон для контроля. По поводу сбития костов. Гладиатор, Старик, Враск. Два вара, блять, там косты должны не проходить. Плюс, смотрите за уешкой. Дайте танку нагреть сначала, потом только будете это. Ставлю рыбу, ставлю лука. Давайте рыбак. Кулак там лапу. Кулак лайк. Я проверку. Гладиатор, Жмен, Нест. Пистобаф, кулак. Воет здесь. Еще раз.
Рик здесь. Здесь. Эрнест. Войт, ты на боссе. Приоритет босса, там ты ж на сиат. Сорян, что-то, блядь. Это на боссе я? Да, ты на боссе. Все здесь. Эрнест, ты здесь.